Сегодня из китайской провинции Сычуань в столицу Австрии отправился бамбуковый мишка. Юань-Юань обоснуется в зоопарке Шенбрун. Там ему компанию составит панда Янь-Янь. Она уже успела обосноваться в Вене. А через 4 года по договоренности медведи вернутся в Китай. Путешествие Юань-Юаня в Австрию проходит в рамках исследовательского проекта между двумя странами. Так, за 15 лет эта панда стала 33-й, которую Пекин отправил за границу для укрепления сотрудничества в области научных исследований.